После участия в боевых действиях на востоке Украины крымчанин Михаил Новосельцев остановился в городе Деническ Херсонской области. Здесь он хочет получить земельный участок и построить дом, хотя продолжает надеяться, что когда-нибудь вернется в украинский Крым. Присматривался к городу, город мне понравился. Человек живет там, где ему комфортно жить. Вот в Деническе, в Украине, мне комфортно жить. А в Крыму сейчас, когда находится там российская власть, мне некомфортно было жить. Когда восстановится конституционный порядок в Крыму, тогда мне будет там жить комфортно. Я туда вернусь. Однако местные власти отказали ветерану АТО в получении земельного участка. В ответ Михаил сперва обратился в государственную сельхозинспекцию. Незаконность отказа установил контролирующий орган государства. Но местный совет не отреагировал и на требования контролирующего органа исправить свои незаконные решения. Теперь проблему с выделением участка переселенец планирует разрешить через суд. Первое заседание проведут уже в марте. Государство свои обязательства перед отношениями выполняет. Поэтому предоставил нам бесплатного адвоката, обратилась с исками от нашего имени в суд. Даже по закону освободил нас уплаты государственной пошлины за обращение в суд. И вот уже в марте будут рассматриваться наши исковые требования к городскому совету. Именно по вопросу выделения земельных участков для участников АТО. Поэтому государство свои обязательства перед АТОшниками выполняет в полном объеме. Что не скажешь о местных советах.